ребята, мы доехали до площадки. Сейчас будем подниматься на Эльбрус, на самую высоту. Там сначала, ну, буквально два отделения, ты едешь со всеми в кабинке в закрытой, а потом уже начинается самый экстрим, потому что тебя пересаживают в другую кабинку, в открытую, и ты едешь там один. Очень страшно. А, вообще, поддержите меня лайком, пожалуйста. Собрались, мы сделали это. Перед нами двуглавый Эльбрус. Сейчас покажу его вам поближе. Сейчас. Вот он, Эльбрус. Обратно, конечно, мы едем в меньшем количестве. Но типа, этого не становится легче, держи. Что-то камеру, да, типа... Мы пьем. Мы чаечек выпиваем. Это очень холодно. Очень замерзли. Кавказские горы, они, конечно, просто, просто восхитительные. Всем, кто не был, смело приезжайте. Надевайтесь, только теплее. Одевайтесь очень теплее, да. Очень, особенно на ноги одевайтесь теплее. За ваше здоровье. Не пролей. Вкусный горный чай, да? Ой, а на высоте 4000 метров чай становится вдвойне вкуснее. Первый спуск с канатки. Сосисок сидит в том же. Горнолыжная трасса. Некоторые катаются в запрещенных местах. Ну, это, конечно, уже на усмотрение. Если жизнь недорога, то люди нарушают правила, что может привести к плохим последствиям. Ой, как нас качает. Ой, на ветру ты что-то нас расколбасила. Надо сказать почему-то. Ой! Это папа! Да я вообще сижу, нет. Есть подъемники еще, где по одному человеку едет. Нет, это вообще металлические, но на них там просто одубеешь. Температура даже не знаю, какая сейчас в горах, но очень холодно. Градусов 15. Телефон у меня сел сразу один уже буквально 10 минут. Это уже мой. Чердык снимаем на второй. Остался еще третий. Папа, очень.